праздник Божьего покрова станем, братья, отмечать покровителя иного, кроме Бога, лучше Бога не сыскать. Это написал я давно уже много лет назад. Больше 20 лет назад я вышел из традиционного православия, стал реформатором, обновленцем. И тогда же вот написал несколько стихотворений, которые были как обращения определенные, молитвенные обращения такие. Вот, и это пережитое, это действительно то, что я сам лично переживал и переживаю. Вот, я об этом и пишу, и как художник, и изображаю, рисую, пишу, вот, и, или же словами это все изображаю, пишу, в прозе, в стихах. Знаете, действительно, я очень сегодня благодарен Богу, вот, в преддверии вот этого праздника, который в традиционном православии называется праздник Покрова Богородицы. Благодарю Бога за то, что уже больше 20 лет я не молюсь никому, только лишь Богу одному. Лишь Он мой покров, и живущий я действительно под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоюсь. Говорю Господу моему, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Слава Богу за это, и по милости Господней несу служение реформаторское, православное, евангельское, православное служение, просвещение. Работу веду просветительскую такую среди населения, в основном бывших стран, стран бывшего Советского Союза, вот, и бывшей Российской империи. И моя мечта – это Божья мечта. Я мечтаю теми мечтами, которыми Бог мечтает. А Бог мечтает, чтобы все люди спаслись. Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, написано, един посредник между Богом и человеками. Человек – Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Это самое прекрасное свидетельство этому миру. Вот, и по милости Господней несу это служение, евангельское, православное служение. Да воссияет Божье Слово в умах миллионов и миллионов наших соотечественников, миллионов и миллионов православных христиан. Да и по большому счету важно, чтобы, не важно кто мы там, православные, протестанты, католики, чтобы мы были христовыми, чтобы мы были христианами действительно. А кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Поэтому действительно только Христос, только Христос, только благодать, только Богу слава. 501 год назад началась Великая Октябрьская христианская реформация 1517 года. Да, и знаете ли, по милости Господней пробуждаются народы, пробуждаются церкви, конфессии, деноминации. И хотя мы, православные, обычно считаемся такой самой нереформированной частью христианства, из всех ветвей христианства именно православные, восточные церкви, они самые пока нереформированные, но все исправимо, поправимо. Тем более перед пришествием Господа это крайне необходимо сделать, действительно. И пусть жизнью наполнятся ветви православные, как и всего христианства ветви, самим Христом, Духом Святым. Thank you.